Всем привет, дорогие мои друзья, с вами Рэй, и мы продолжаем проходить с вами игру Cats. Давайте откроем ящик и получим свои запчасти. Катер, пила, ролик, жало, титан. Вот комплект здоровья, это самое лучшее, что могло здесь выпасть. Ну что же, давайте, ребята, наверное, с вами сыграем в чемпионат и посмотрим, что у меня здесь выйдет. Поехали. Ёлки-палки, не нравится мне, конечно, моя машина. Да, надо будет с ней что-то делать. Хотя, подожди. Нет, вата ватой. Блин, да что такое? Не нравится мне, она слишком слабая. Как я еще умудрился тут на ней повоевать, я ума не приложу. Вообще разбивает, кому не лень только. Ну вот, хоть кого-то я замочил. Так, и вот этот тоже клиент мой. Отлично, пока идет хорошо. Как сказать, идет хорошо. Хреново идет все. Так, адвоката забомбили. Гарик. Слабенький у тебя лазер. А вот это вот ты зря сделал. Вот это ты сделал зря. Да, на это больше я не мог смотреть, ребята, поэтому отключил. Давайте что-то делать с моей машиной. Надо ее редактировать, как-то улучшать. Ну и займемся мы, наверное, с вами с чего? С улучшения самого корпуса, так? Да, лучше всего с этого начнем. Вот я и думаю, что можно в него влить. Колеса? А, они нам пригодятся, да? Да, они нам пригодятся еще. 115 хп. У меня 155. Можно влиться, но для чего? Не стоит оно того, ребята, если честно. Поэтому мы не будем это делать. И, если честно сказать, мне не нравится мой корпус. Может быть, поменять на вот этот, на валун. 555 жизней, 16 энергии. В принципе, должно хватить. А на этом катере 13. Давайте, наверное, поменяем валун на катер. Так, а теперь осталось только поставить на него мои запчасти. Это, естественно, пилы. Где мои пилы? Циркулярки, я имею в виду. Вот одна. 169 к атаке. 158. 123. Да, 158. Это, получается, у меня вторая. Так, замечательно. Итого у меня 327 к атаке. Пилы. Пилы, конечно, хорошо. Бензопилы. Но они слишком близко должны к врагу быть, чтобы от них шел эффект. А у нас там идут обычно с ракетницами и еще с разной дребуденью. И если бы у меня был ресивер, конечно, я бы на ресивере мог подпрыгнуть к ним. И делов-то было бы, как говорится, на копейку. Но здесь дело не прокатит так. Тем более корпус у меня неустойчивый, будет постоянно падать. А это значит, что если я перевернусь, я не смогу достать врага. Только циркулярки меня в этой ситуации выручат. Так, 185 хп колесика и второе. 155. Итого у меня 895 жизней. Но этого мало, ребята. Этого очень мало. Надо что-то делать. Или укреплять корпус на жизни, или улучшать оружие на урон. Так, а может быть влить? Нет, пока не будем. И денег жалко, и я еще не знаю, стоит ли вообще эта машинка дальнейшего апгрейда. Надо ее будет потом протестить. Это колесико я поставил только в целях того, чтобы я хоть как-то мог передвигаться, ребята. Иначе я на этих маленьких колесиках далеко бы не уехал. Точнее, я бы стоял просто на месте, на пузе. Так, ну что, 203. Может быть, так поставить, а? Ну, еще раз повторяю, это должен быть ближний бой. Только в этом случае будет эффект. Давайте посмотрим, как она будет в деле смотреться. Так, оттолкнул. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут вообще без вариантов, ребята. Какие тут шансы были на выживание? Да вообще никаких. Ну-ка еще разок, может, другой какой-нибудь враг появится. И вообще мне не нравится, что у меня пила куда-то вверх смотрит. Блин, нет, ребят. Не подходит, по-моему, такое расположение дел. Надо что-то менять. И причем кардинально. Так, давайте покумекаем с вами. Так, энергия. А зачем мне энергия? Надо хп вливать.
Так, одна хпшка пошла, вторая. Чего? Да, потратим. Так, ну что, уже 1033. Это шатковалка, но все-таки поживучей будет тачка у меня. Теперь давайте, наверное, с вами вот так сделаем. Нет, это фигня получается. 292 атаки. А почему такая маленькая атака-то у меня стала? Не та пила, что ли, стоит? Или что? Так, давайте вольем третьего уровня. Да. Блин, опять денег не хватает. Ну что же, придется, как обычно, все продавать. Потому что без денег я ничего не смогу сделать абсолютно. Так, 115. Давай вот это вот. Отлично. Колесики очень хороши. По крайней мере, дают мне неплохую прибавку к жизни. 115. Вот так вот. Не знаю, что из этого получится. Лишь бы не на пузе он был, а остальное ерунда. То, что он будет переворачиваться, это тоже, в принципе, ерунда. У нас пилы. Единственное, если против нас будет ракетница, конечно, мы проиграем, однозначно. Так, лазер. Ну, лазер слишком слабенький, не хочу его ставить. И прокачивать его очень долго. Так, что мы можем такое существенное влить? Вот, вот это колесо, наверное, и вольем, ребята. Так, 1178, уже ближе к теме. Подождите-ка. Так. Нет, это же пила вроде, которая стояла у меня, да? Я ее чуть не продал нафиг. Вот это уже другой разговор. Ну что же, вливаем это колесо тоже за 3600. Итого 1208 хп. Так, давайте протестим, ребятушки. Что из этого получится? Ну что же, уже что-то, ребята. Уже поживучая машина. И я чувствую, что вроде бы как должна она себя показать в деле. Надо нам, ребята, активировать ящик и сходить на быстрый бой и забить две ячейки ящиками, пока они пустые. Так, ну, нет, здесь без вариантов. А нет, ребят, смотрите-ка. Вздрючил я все-таки эту дрель. Ну что же, один ящик я заработал. Давайте-ка, ребята, себя попробуем на чемпионате. И что мы себя здесь будем показывать? Так. Так-так-так, тихо-тихо-тихо. А, черт подери. Проиграли. Блин, и этому, по-моему, тоже продуем, да? Да, продуем. А знаете, чего не хватает, ребята? Не хватает ковша, чтобы переворачивать машину. Или же... Или же, знаете что, ресивера, чтобы могли перелетать. Нет, 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 нет. Что-то здесь вообще хреновенько все идет, ребята. Так, ну вот этого мы замочили. И то только из-за того, что у него очень мало жизни было. А с этим у нас что получится? Есть, замочили. Великолепно. Пока идем вроде неплохо. Вау, я победил. Здоровски. Так, 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 так. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Есть, адвоката снесли. Так, Гарика, Гарика, по-моему, тут и нечего сносить вообще. Чё? А, нет, 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 нет. Хе-хе, вот об этом я, ребята, и говорил, что когда у меня тачка переворачивается, она бьет, блин. И в заднего, и сзади, если враг подходит, и спереди, естественно. Так, тихо, тихо, успокойся, блин. Вот так вот, допрыгался кузнечик. Вот с ракетницами, конечно, тут дело плохо, ребята. Очень плохо, против ракетниц мы практически бессильны. Хотя, есть, одного все-таки мы захоркали. Итого 8 боев из 14. Да, не очень хороший, конечно, результат. Но если бы у нас была бы, например, ресиверка или дрель, ой, дрель, ковш, возможно, все пошло бы немножко по-другому. Так, давайте, наверное, еще немножко повливаемся. А, не хватает, почти 6000 надо. Да, слишком дорого все стоит, ребята. Слишком дорого. Так, давайте-ка ее тоже продадим. Не будем все равно мы ей пользоваться. И валун этот тоже. И, наверное, какой-нибудь катерок надо будет. Ага, вот этот можно влить. Замечательно. Так, подожди, что-то не то делаю я. 169. 158. Что-то не вливается в эту пилу. А почему? В чем проблема?
Слишком мало. Вот, вот это вот другой разговор. Но мне ее жалко, блин. Она же у меня прапанная, этот катер. Ну и тоже хранить его я не вижу смысла, поэтому вливаемся. Да, хочу пожертвовать. Ох, ё-моё, где ж мне такие деньжища взять? Это придется мне, ребята, продать практически все. Все, что у меня есть. Да, не густо, конечно. Ну а фиг ли поделаешь. Продаем. Надо еще немножко, ребята, еще чуть-чуть. Так, ракетница 84 в атаке минус. Это нам не надо. Поэтому оставляем все как было. Ставим свою родную пилу, циркулярку точнее. И теперь, что мне с этой ракетницей делать? Продавать или оставлять ее? Ну давайте ее оставим пока на время. Надо мне что-то делать с этим корпусом. Или вливать. Подожди, что-то не получается. Так, не сюда, значит, а в эту. Ага, в эту подойдет. Но 13 штук нужно. Так, они одинаково, одну продаем. И мне хватает, в принципе, влить катер в мою пилу. Что мы, наверное, сейчас, ребята, и сделаем. Потому что нам нужен урон, дамаг. Чем больше дамага, тем быстрее победа. Так, подождите, где у меня пила? Так, вот в нее. Да, вливаемся. Да, хочу разобрать. Итого у нас 347 атаки. Так, и все, наверное, больше у нас ничего не выйдет. Да. По максимуму мы развиты. Или же слишком слабые у нас запчасти. Давайте-ка еще разочек с вами хорошенько все просмотрим. Так, пила 123 к атаке. Это нам не нужно. 106 тоже, в принципе, не надо. Колеса 155 на 190. Так, 123, 189, 158. И нельзя влить. Черт подери. Плохо, ребята. Давайте, наверное, тогда... Ага, у меня и денег не хватает даже прапаться. И энергию не смогу вставить. Так, подождите, надо поставить на корпус. Да, не хватает 31 тысячу. Ёлки-палки, где же я таких денег-то насобираю, а? Ладно, ставим чебурашку и идем, ребята, на чемпионат. И будем смотреть, что у меня из этого получится. Сейчас, как говорится, момент истины. Ууу, шницель нас порвал. Так, я думаю, что Вилл тоже нас порвет. Хотя, нет, порвал все-таки. Все-таки порвал, гад. Так, ну а здесь что? Да, ребята, тачка, конечно, у меня получилась не ахти. Но Томаса я победил и забрал у него все-таки медальку. И это хорошо. Dark Knight тоже я победил. А, ну дальше, ребята, все. По-моему, тут конкурентов больше не осталось. Вот первые три врага, которым я не могу дать отпор. Ну, а с остальными, как видите, разбираюсь. Надо будет, конечно, еще что-то покумекать. Так, тихо, 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 тихо. Не трогай, блин. Давай на пилу. Отлично. Гарик отдыхает. Ну что же, пока идем вроде неплохо, да? 7 побед из 14. Это уже что-то. Уже 8. Так, тихо, успокойся, успокойся. Джош. Роллинг. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, роллингу проиграл. Фигня получается, ребята. Оказывается, есть еще враги, с которыми я не могу справиться. Итого 10 боев. 4 боя я проиграл. И тем не менее, ребята, я почему-то вырвался на первое место. Хм, странно. И это хорошо. Это очень замечательно. Ребята, если я на первом месте, то, возможно, по истечению времени я все-таки перейду на следующий уровень. Я этого очень сильно хочу. Так, ну что, денег у меня нету? Нету. Влиться я не могу. Значит, остается одно только. Продавать, ребята. Продавать весь хлам. Естественно, теми машинками, которыми мы вообще не будем пользоваться. Ну и, естественно, оружием тоже. Так, это 123. Вот это продаем.
Так, да, бог с ним, тоже продаем тебя. Три колеса. Нет, не пойдет. Не подходит ничего больше, ребята, у меня. Вот ее вольем. Так, плюс 10 хп, это неплохо. Ну и, наверное, ребята, больше ничего не получится у меня влить. Как ни крути, у меня остался один катер, пила и ракетница. С ними каши не сваришь. Ну что же, ребята, давайте тогда увидимся чуточку попозже. Всем привет. Ну что, давайте приступать, ребята. И начнем с быстрого боя. Так. Деревянный корпус. Ну, этого и следовало ожидать. Так, 19 наград я получил. И я на 7-м месте. Это фигово, ребята. Далеко я упал. Надо как-то отсюда выбираться. Это шницель на первом... О, тихо. Да, тут вообще без вариантов. Что за незадача? Что за машина? Ага, допрыгался кузнечик. Ну, хоть здесь медальку отобрал, и то ладно. Так, ну а этого... Разобрал. Чудесно. Так, это та машина, которая меня бомбила все время. Так, отдыхай, Вилл. Больше ты нам не помеха. Так, а вот с ракетницами это плохо, ребята. Хотя у меня есть пилы, и они рулят. А ковш помогает перевернуть машину. Вот так это происходит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот, это первый мой враг, шницель. Его я не могу... И он, кстати, на первом месте в лиге стоит сейчас. Так, а остальные, по идее, лашпены. Да, как вы сами видите, разбираю пока без труда. Итого уже 7 побед из 10. Это хорошо. Но будем смотреть дальше, что у нас тут будет выходить. Что это за тарантачка такая? Так, разобрал я этого Гарика опять. А этот? Мягкотелый оказался. Извини, братишка. Ты еще не дорос. Так, Джоша тоже отправили. В общем, те же самые враги. Ничего не поменялось. Так. Единственное, что меня сейчас очень хорошо выручает ковш, ребята. Не зря я его поставил. Вау, я опять вернулся в лидеры. Практически на втором месте. Единственный, кто мне мешает, это шницель продвинуться на первое место. Так. Здесь у нас, вот он, шницель. Ядрить его на корень. Видите, у него тоже по-хитрому сделано. Пила стоит, которая атакует что спереди, что сзади. Просто так на хромой кобыле к нему не подъедешь. Ну, а с остальными, в принципе, я никаких вообще проблем не вижу. Хотя нет, ребята, вру. Там, по-моему, кто-то будет еще один, который меня валит. Это где-то на 7-м или 8-м бою. Ну, не это точно. Сейчас увидим. Где-то вот скоро будет. Так, ну это не проблема. Разбираем. По-моему, вот этот, да? Нет, не этот. Вот этот? Нет, не этот. Блин, я уже не могу понять. А может быть, его здесь нет уже, а? Так, а ты что тут у нас? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, все-таки я выиграл. Вот этот, нет? Нет, этого мы переворачиваем и убиваем. После него, по идее, наверное, будет. Так, что-то ты раздухарился, братишка, тебе не кажется? Отдохни маленько. А этот у нас что тут чудит? Тоже вата. Разбомбили. Странно. 12 боев выиграно. Ну, вот это уже другой разговор. Да, шницеля не могу победить. Ёлки-палки, а. Вот незадача. Ну да ладно, ребята, я думаю, что в следующем выпуске я смогу его победить, и это мне даст возможность перейти на 9-й этап. Ну а на этом, ребята, я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр, и мы обязательно увидимся в следующих сериях. А на этом все, ребята, всем пока и до скорых встреч.